Что касается письма президента и ситуации по руководителю госслужбы, я думаю, что сегодняшнее письмо – это серьезный звонок всем представителям, как силовых органов, так и государственной власти. Я хочу, чтобы мы в этой связи просто разделили два понятия полномочий. И хочу сказать, что произошло на самом деле. 4 фактически января прокуроры повторно обратились в Печерский суд, чтобы продлить решение об отстранении Кашубы от должности. 4 января. 12 января истекал срок, который ранее определил суд. И вот с этого момента судебные заседания просто откладывались, откладывались, откладывались и откладывались по предложению стороны защиты и по согласию судьи Печерского суда. Мы действуем в рамках уголовно-процессуального кодекса. Что... Оно еще не кончилось. На 16 февраля назначено очередное судебное заседание. Все зло в Печерском суде. Не все зло в Печерском суде. Здесь надо проблему смотреть комплексно. Там непорядок, мы уже давно заметили. Есть параллельные структуры, которые могли бы нам также помочь. Это непосредственно руководители, которым прямо подчиняются органы государственной службы, которые также могли назначить параллельно служебную проверку и в рамках служебной проверки на ее период также отстранить этого чиновника от должности. Абсолютно справедливо сегодня определил президент. А кто непосредственный начальник, начальника службы занятости? Вы знаете, вот я сразу хотел тоже попросить, что... То есть давайте сразу называть имена. Да, сразу назовут имена непосредственно тех, кто там работают. Я прокурор и политически не хочу называть фамилии политиков. Я говорю, что сделано со стороны прокуратуры. Мы идем абсолютно четко по уголовно-процессуальному кодексу, к сожалению, который... Страшный кодекс. Он нам достался в наследие как раз от режима Януковича. И вы помните, что его идеологами были Портнов и Лукаш. И этот кодекс позволяет прокурору просить судью, настаивать, еще раз просить, вносить ходатайство, но не более, не менее. Наше ходатайство, к сожалению, до сих пор. Последнее, кстати, о котором я сказал 4 января, вносилось уже нашими коллегами с антикоррупционной прокуратуры. И вот мы ждем на это решение. Хотелось бы, чтобы и представители исполнительной власти помогли нам в этом в рамках своих полномочий. Это правда. Здесь, ну, не имеем мы права сегодня действовать не по закону. Такова ситуация. Понятно. Это что касается Кашубы. А что касается Терещенко и Головатого? Та же самая ситуация? Ситуации очень похожие, ситуации аналогичные. Это сегодня настолько, я думаю, встревожило все общество. И президентское письмо тому подтверждение. И как вы видите, он обращается, президент сегодня, не только к силовикам, но и к представителям органов исполнительной власти. Здесь должно быть комплексное решение и на законодательном уровне, и на уровне понимания ситуации, что чиновник, который прямо обвиняется в коррупции, не имеет права до завершения расследования занимать свой пост. Вот недавно ситуация с судьей Вовком была очень на это похожая. Когда судья, который обвиняется в нарушении закона, вышел на работу. Прокуроры делали все для того, чтобы этот судья все-таки был отстранен. Но, к сожалению, он выиграл суд у высшей квалификационной комиссии судей и вышел на работу. Нам нужно реально поправлять законы. Мы об этом кричим и надеемся на поддержку всех депутатов, и которые поддерживают генпрокурора, и которые критикуют.